В Черемховском районе сегодня выясняют обстоятельства крушения самолета. Самодельное легкомоторное судно, на борту которого находились пилот и пассажир, разбилось в районе деревни Рысево. В предварительной версии полет был пробным, а сам самолет изготовлен кустарно. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ведется разбор обстоятельств произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.